23. Тихо, ебёшник. Не подходит кандидату. А, наручи, меткость, мастерство все видят? Кожаные. Кожаные. О, все. Ну ты это самое, паладин немножко перепутал. Скорость крит. В трэше шмотка. Ботинки боешься. Трэш уже где-то рядом с вами? Да, возле босса. Блин, у тебя есть дис? Ты в дисе? Он в мобе валяется. Это, бля, шаманы, не ставьте на агилу тотем, ставьте на броню. Чё там, медведь пустанчит? Ща пузырим. Шаманы? Да ты танчи. А что, ты не водил или что? Ребята, сейчас фильм детям переключу там. А, мораль. Да как-то все равно. У тебя агро нормальное, так что. РДД на платформе велики в четырех метках бегают. Когда босс телепортируется, все в звезду и бегают.
последний взрыв. Ушли звезды. Обратно на платформу, может тебе. Пук ресы берету, берета, хао, космополит, плена. И бьем до конца. Последний взрыв. Добиваем на мужика. Тупо на мужика и башку. Сначала ресните, потом пуляйте. Две триньки, неплохо. Что-то не прошла хилка. Не прошла резко. Навара. На кого эта триня идет? На Эршаму или на кого? Сука, не получилось. А хули вы стоите? Хуярьте. Жарды до стебли. Резче, 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 резче. Врываемся с этой толпой танки. Телдрин сяхи. Киньте сову, не роняйте никого. Танки вперед уже, вперед квадраты уже, вперед бегите, блять. С кучей этого говна всего. Милики вперед тоже. РДД сзади стебли хуярят.
вывести это говно уже. Ведите сюда этих личинок, ведите вперед. Личинок добивайте, резайте сзади людей. Кто там сзади? Так, космополит этого танка третьего. Первый мораль, второй селероу, третий космополит танчит. Жрите рыбу. И так меняетесь. 50% хп меняетесь. Селероу, ты в танке идешь до конца. Где там два надо? Нам на Тадиусе сейчас надо будет. Лоскутик у одного. Потом еще Гробулус в танке будешь. На собаке в танке. На Тадиусе в танке. Так, получим. Амуба тоже в танке. Ферлину в танке. Микснул. На подстраховке в танке. На Сапфироне в ДД будешь. Хорошо. Значит, еще раз. Это кто-то мохнутый. Значит, первый мораль, второй селероу и третий космополит. Сейчас ебану его в эту пати. Первой пати они все. Так. Когда там споры будут, милики, топовые ДДшники и РДДшники, скажите, там тогда уже по вашей команде Геру дадим. Все, проверка. Хао и плен. Так, сейчас кое-что еще. Так. И все-таки перекину космополита. Ладно, пускай там. Если что, там спокойствие будем сдавать, скажу тогда. По отсчету пуля. Как там милики у вас есть? Не спите, селероу, космополит. РДДшники есть? Нет. Еще парочку спор ждем. Великий женек. Давайте, Геру. Thank you.
братья, активнее поднимаем локи, хилимся на следующем. Ваша пати просела. Пук дракона, успокойся. Ты что с маной делаешь? Док СС на мораль. Малак СС на Сильвов. Кокосик на космополита. Маги глыбы готовим, чтоб не сдохнуть. Чего себя захватываем, блядь. На следующем окне берета спокойствие. Пук реса берет. Берет о спокойствие. Зеленый квартал. Поставлю джинс. Джипса поставил на входе в квартал мерзости справа.
Надеюсь, у его скучка уже. Тут надо, кажется, полностью расчистить, вроде Накс починить. Да, чистите полностью. Собирайте вертолет. Надеюсь, вот это в комнатах не надо, в передних. Бля, веди к танку, съебывайте. Съебывайте, съебывайте. Ведите к танку эту парашу. Хули вы, блядь, с ним стоите там. Блядь, док, сюда беги. Вот этого пидора заберите, блядь. Кто-то там, блядь, ретрики ставните быстрее. Быстрее бейте, блядь. Где там все остальные? Так, это вот на той стороне реки, да? Хуярить надо всех, ярить. Не знаю всех. Абсолютно. Притягивайте их сюда, этот. Нахуй вы в лужу прыгаете, блядь? У вас что, петов нету, блядь? Сука, почему вы такую хуйню делаете? Вы же, блядь, ману себе хп тратите в ноль. Подведи сюда поближе, ну ёбаный покос, блядь. Чё, по лужу теперь ходить из-за того, что там далеко так встал? Ведите дальних мобов петами. На что вам бог петов дал? Меня пиздит какой-то тотем, блядь. Что за хуйня? Тотем молния, охуеть. Первый раз такой вижу. Агрите вот этих всех дураков. Сейчас босс уйдет. Дальше беги, забирайте всех мобов, вон там еще стоят. Пробегите кто-то, блять, с хантов, блять. Быстрее приведите это все в кучу. Вот этих вот петухов. Вон там, блядь, зеленый еще. Ебать, тут сейчас это молога разберут ассистенты хирурга, нахуй. Так на пул дать, че без на пул, алло. Смотрите, какая-то хуйня ползет маленькая. Нихуя себе, это ты молния, блядь. Прохиливайте. Хуя напряг какой-то. Все, не осталось никого там. Под мордой не стоит. Как-то странное, блин. Вместо того, чтобы напулить, блин, сидите себе просто как отстуете. Вместо того, чтобы подойти к танку, блин, куда-то отбегаете с трэшем. Еще хуйню занимаются. Мораль, я стараюсь напулить. Живое чудовище, мертвое чудовище, блядь. Все обратно, блядь. Лес. Отбирайтесь. 8 мораль. Милики не бьете, пока РДД не, это не наберут оборотом секунд 5-7. А где этот Рогатога? А? А, кинь. Еще раз.
Рогу кинула, по ходу дела. Кинула. Ну ты рога, да? Ты рога тога? Нет, нет. У него нет. Свет вырубило, ё-моё, Слайк, ну что ты? Все, теперь понятно. Ладно. Идет босс, подходим. Слизни не наступаем, они шотают. Подойдите, он просто ближе подойдет. Лем. Давайте, Геру. Вы чё, ебанулись? Сказал, блядь. Я хуею, блядь. Кстати, раньше они слизни не проходили до конца.
Третий слизень просто появился, блядь. Вы что, его не видите или что? Ебать, кольцо какое. Крит 54, ну, на фаермага. Слава, я еще написал. Потом не говори, что не предупреждал. Че? А, бью. Убили трешки. Это может кто-то привести, босс? Может, этот столовка тут? Там, откуда босс ушел, в ту сторону относите лужи. Черепки. Попробую грипнуть его, грипнется, нет? Идиот, ты тут? Хуя, ты в глаза ебешься или чё? Женёк выноси. Берет Эриса Ладомира, пук дракон, плен Эрисы.
Инженер, ты прикалываешься? Чем ты перед лицом выносишь? Северова, подержи босса. Космополит, резкая мораль. Да не, заходите в лужу тогда. Зеленую. Идиот Пруф, ты что, на себе черепок не видишь и мутагенный укол? Побежали. Блин, с Ладомиром, нахуя вы в мелизоне стоите? У вас что, 200 item level, что вы ману резаете или что? Я не понимаю, нахуя вы там встали и сдохли? Не видите, что лужа там раздалась? Или вы вообще нихуя не видите? Вы тут? Прием, блять, хотя бы плюсики поставьте в рейд, что вы слышите? Короче, не стойте в ебаной мелизоне, нахуй это вам не надо. Стойте, захиливайте рейд. Сдохли нахуй, за вас сдох танк нахуй и упал весь рейд, блять. Такой залупы не было, блять. Стойте спокойно в РДД и хильте. Значит, Владимир, хилишь мораль постоянно, а плен кидаешь частицу на того, кто выходит с этой... с мутагенным уколом и хуяришь по себе там или по кому-то, чтоб по частице по этой шел за хил. Диспелить никакую частицу не надо никому, этот мутагенный укол не надо диспелить, он по времени спадает. Никакой хил не тратит ГКД на диспел, просто отдаешь за хил светом небес. Берет ты кидаешь жизнецвет 3 стака на того, кто выносит, и тогда никто не сдохнет. Если что, слот есть. Есть рыб. Тыкайте на сумон быстрее тех, кто не бежит. Это не прибежал еще. Блять, босс уходит. Пиздец. Писал что-то Ордина. Идите гуляйте петом. Уже бой. Зашибись.
вы... Заходите опять, падайте. Пусть он нормально спустится, а потом спульнем для сверху, блядь. Саш, может, ты уйдешь оттуда, не? Блять, это не Саша, нахуй, это у нас это, Лок. Ладно, слизнях уберите. Смотри, Ардина умный, думает, полежит, чтоб через слизней не бегать, его будут резать в комнате. Да, думал и ГП отнять, нет, наверное, пускай будет. Еще будешь лежать, еще вхуярю. Но в комнате лежит у вас, правильно? Он вылетел, походу. Ну и шелохнулся. А в DC есть он? Ардина в DC есть? Смотрите. Чё-то не вижу. Кто там замена, прессуйте. А этих людей зачем исключать? Он офнулся. Так из гильдии зачем исключать? Может, просто вылетел, свет пропал. Хуй знает, только что был в Дисе, взял, вышел с Диса. Ничего не сказал. Просто Alt F4 нажал.
кто там глаз или кто там есть. Пацаны, давайте не умирать, а то вы мне мешаете фильм смотреть вот этими смертями, короче. Я просто через 10 секунд после пула пуляю. Слизней. А там не смотрел на весь рейд. Все, блин. Да ж под лица уйдите, алло. Давайте, герой. Ебать, кто задиспелил с него? РДД. Лен, адекватный, нет? Лен, ты тут? Лен, убери тотем снятия ядов. Не снимай нахуй. Да это хулипал задиспелил. Пук, Ресия, Беретту, Беретта, Телгрид. Идиот, выйди. Космополит, иди, шаман и лестник. Под лицо не лезть. Эйнер ему дай. Роты в Дисе. Ты девочка или мужик? Ты долбоёб или ты долбоёб? Какого хуя ты в лужу бежишь? Тебе не видно зеленую лужу на полу? Подумай, блядь. Идиот Стелдрин, что, в Мелизоне застаиваетесь? В лужу, блядь, что? Ну, БК вы носили, короче, это, лужу в лужу, но. Блядь. Шаман Ро, блядь. Это пиздец. Нахуя ты... Бежишь в лужу, ты видишь, там их две, блядь. Их там дохуя босс оставляет. Нахуя ты с дебафом, блядь, бежишь туда? Ты понимаешь вообще или не понимаешь, нахуя?
Ты что, место без луж не видел? Два жезла. Слава, что это за кнопки нахуй? Где? Вот это вот, ебать, у меня выскочили нахуй. Что за хуйня? Не знаю, я не видел, что у тебя там за кнопки. Ебать его в рот нахуй, Слава. Тройку жми. Какой? Да, нахуй, тебе да, надо, блядь. Смотри, у тебя хуйня какая-то. Какой сик тебе надо? Или не надо? Этот на боссе. Так, спекайся, блять, кто там? Космополит, спекайся. Спекайся, блять. Телдрин, спекайся тоже. Бигбоу ловушку уставил, здесь замедлял. И у кого Фрост, спекайся из магов? У нонспида есть? Ну тогда этот шаман, блять, как там правильно? А, дед пах. Дед, ты в дисе? Шкаф поставь. Поставишь там тотем на одной решетке на замедление. Сейчас поставлю. Звездочки, дед ставит тотем. На кружке хант битбол ловушку ставишь. Так, кто из четырех танков поводит трэш и не сдохнет? Вот Дамир хилишь танков вот этих на звезде кружке. Смоньте, Вара. Кто не сдохнет? Так, мораль не сдохнет. И следующий Селероу, да? Ты не сдохнешь. Селероу, стоишь звездочки. Дед, обновляй по КД ему тотем. И этот, кто там остался, мораль, стоишь в кружке, и тебе хант ловушку ставят. Если они проебутся и вы сдохнете, это будет хуёво. Ладомир, их подхиливаешь. Все остальные четыре хила хилите двух танков на боссе. Роги нету там нихуя. Ладно, хант, когда ловушка на КД, снимаешь берсу по возможности с босса. Хардхуса тыкните на сумон. Я призываю. Призыв начал. Да не суманули еще ДК. А, он написал, что дошел по работе на 10 минут. Понятно. Ебать, а у меня буря не прокачана тут. Что-то пуляем. Вокруг тотема медведь сериал не танчит. Не танчи, они не танчатся. Они настакают на тебе и будут шотать. Слышишь, медведь? Бегаешь вокруг тотема с этими пидорами. Блять. Сдохнешь, будет пиздец хуёво. Значит. Малак, иди СС ебани на селеров. Мораль, ты же знаешь, да, все, не сдохнешь. За бока заберите. Я
Бегай вокруг тотема ебаного. Медведь. По КД размахом хуя, размах через жопу бьет. И этот. На новых там таунт или огонек волшебный. Откидывайте как-то мобов нахуй, там залупа какая-то происходит. Повернулись мобов, бьет. Вот этих ближних в первую очередь, зерганите их. Быстрее мобов, мобы идут, пиздец, вы не замедляете, не морозите, нихуя не делаете, блядь. Фуловых мобов забирайте танки. Он фул хп фильм. Я видел. Бери это ресы космополит. Аверн, он спит. Пук дракона с тайфуном. Элем с откидыванием. Ничего это. А, это дед. Откидывайте мобов, чтобы они не сожрали. Чтобы мог не сожрал. Картуз, женек, кидайте оковы. Потому что мобы идут к боссу беспрепятственно. Подождите. Бля, я просто в ахуе. А как так получилось, блядь? Надо космическое корабли в разделе просто расселенность. Не знаю, у меня зомбаки нормально все кружляли. Селеров в кота, мораль, танчишь один, две решетки. Ему кидает хаму ловушку. В смысле две решетки? Ну, с двух решеток мобов забираешь. С звездочки. Я не смогу. Звездочки этот дед. Подводишь и мораль там уже огромно берет ауешкой и с кружка хан. Кто-то еще живой? А все. Что ты решил, что ты не сможешь? Почему? Ну, у меня просто в КД будут некоторые агробилки, и просто банально я не смогу забрать, когда он выйдет. ЛПшки две откадешиваются на 2 моба. Каждые 10 секунд выходит на бой. Да, только из-за ваших там хилов всяких фигни, блин, они, блин, иногда переагриваются. А из-за этого приходится обновлять. Твои предложения. Ну, пусть второй какое-то там тело на своем этом катит и все. Катит и все. Тут катить умеет, только один ты умеешь. Остальные нихуя не понимают. Есть кто-то, кто катить умеет? Не долбоеб какой-нибудь желательно. Надо отойти на минуту.
давай, Сильдеру обратно в танк, тогда космополит. Будешь кайтить. На стороне, где Элеп. На звездочке. На кружке Хант с моралью. Смотрите, теперь побежит.